доброе утро! Меня зовут Наталья. Сегодня мы с вами приготовим медовые прянички к Новому году. Нам с вами понадобится мед, сахар, корица молотая, имбирь молотый, сода, яйцо, мука и масло сливочное. Смесь из меда, сахара и специй мы относим на плиту. Ставим на средний огонь и ждем, когда наша смесь начнет немного закипать. Далее нам понадобится яйцо. Берем одно яйцо. Разбиваем одно яйцо. Нам потребуется половина одного яйца. Далее перемешиваем нашу смесь из меда, сахара, сливочного масла и яйца. Ну и последний ингредиент, который нам потребуется, это мука. Добавляем примерно 250 грамм. Наше с вами тесто готово. Оно получилось такое в меру мягкое. К рукам не липнет. И можем приступать к раскатке пряничков. Вот такие прянички новогодние у нас получились. Теперь мы их отправляем в духовку на 6-7 минут при температуре 170 градусов. Вот такие прянички у нас с вами получились. Сейчас мы приступим к их оформлению. Для этого нам понадобится цветная глазурь и немножко украшения. Вот такие новогодние прянички у нас получились с вами. С Новым годом!